Свой народ по пустыне водил Моисей с отвердевшими в камень губами. 40 лет для того, чтобы умерли все, кто на свет появился рабами. Сколько их взоры к жаркому небу подняв, на песке погибало от жажды, а могли бы пройти этот путь за 3 дня, как потом и случилось однажды. 40 лет вел пророк обреченных людей. Он хотел, чтобы дети народа из иссохшего чрева седых матерей выходили уже на свободу. Пролетели века, и опять суховей опаляет идущих сограждан, нас который по счету ведет Моисей к удалению неведомой жажды. Все вперед и вперед, бездорожье клиня, а ночами взываем к пророку. Знать бы только, что можно пройти за 3 дня, и умрем мы без слова упрека.